У меня опять голубцы. Делаю их, я уже говорила, каждую неделю, поэтому рецепт часто повторяю. В сливочном соусе. Другие у нас, к сожалению, не идут, голубцы. Капусту я подготавливаю, вот такую покупаю в последнее время. Конусообразную, замораживаю. Если она не в пакете, я ее в пакет заворачиваю. Либо в пленку пищевую. Листочки подготавливаю. Здесь у меня на 2 противня. Буду показывать на 1 противень рецепт, мне так проще. Фарш, рис, соль, перец, водичка немножко, потому что рис пропаренный. Лук сочный, вот такой вот, крупный. И кто добавляет, кто-то какую любит специю любимую. Я добавляю вот острый перец. Накрутила, это показывать не буду, каждый знает. Соус как делается. 200 мл отмеряю сливок, у меня жирные, 32%, но подойдут и другой жирности. Ну, меньше 30 не надо. 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки томатной пасты. Сахар добавьте. Ну, ложку чайную, полторы, вот так. Соль по вкусу. Все это перемешать, и потом добавляю 700 мл обычной с крана воды. Опять перемешиваю и просто заливаю. Духовку я ставлю в разогретую на максимально. Во время приготовления я температуру, как она только бурлит, начинаю, сбавляю. И переворачиваю несколько раз. Вот у меня тут 2 противня сразу готовилось. И я переворачивала раз часто, потому что 2 противня не так удобно, как один. Раз, наверное, 7 я точно их меняла местами и переворачивала. Вот первый раз я покажу, как я их переворачиваю, потом уже не буду. Получается, по приготовлению времени это уже как вы хотите. Хотите, чтобы была капуста мягкая, готовьте, ну вот как я, да, долго. Хотите, чтобы она была такая хрустящая, тогда, ну и час хватит. Если вы переживаете, что рис не приготовится, он приготовится, он пропаренный.